Одним из самых ярких выступлений в праздничной программе мероприятия стал номер коллектива учащихся школы номер 5. Дети продемонстрировали публике аутентичный белорусский костюм, который передавался с поколения в поколение в семье самой юной участницы. Благодаря тщательной подготовке и интересной концепции номер завоевал гран-при районного этапа смотра конкурса фольклорного искусства «Родовод». Мы думали, какую работу нам сделать. Потом мама вспомнила, что у нас есть белорусский костюм, и уже мы от этого белорусского костюма тянули нашу работу. Представляли мой костюм, который належал маминой семье, и он передавался из поколения в поколение. Кроме коллектива учащихся средней школы номер 5, свои выступления демонстрировали победители конкурса юных чтецов, юных информатиков, спортивного состязания по плаванию «Золотая рыбка», научно-исследовательских испытаний и многих других, которые проводились в течение всего учебного года среди учреждений образования Ленинского района города. Участие в этих конкурсах для нас очень важны, потому что, как в любом доме есть фундамент, начальная школа, 1-4 классы – это фундамент среднего образования. И насколько мы сумеем детей привлечь, заинтересовать жизнью в школе, настолько они потом будут учиться и в старшем звене. По мнению организаторов, проведение районных конкурсов и впоследствии чествование победителей – обязательные условия для развития талантов у детей и стимул к новым победам. Немалую роль в этом играют родители и педагоги, благодаря опыту и знаниям которых у учеников проявляются интеллектуальные и творческие способности.